действием. За это и за другое дается вознаграждение у Отец Фазда. И для каждого из этих вознаграждений есть общество. Но я не знаю, может быть, распределиться будет лучше у Абу Убайда. Однако мнение наместника посланника Аллаха другое. Не лучше ли, если они все будут находиться под командованием Халида, чтобы они сметали врагов на своем пути и покончили с вероотступниками в короткий срок? Да, это было бы так, если вероотступники находились только в середине полуострова, или же только на востоке. Однако что делать? Движение вероотступников начинается от Бахрейна до Халиджа и от Йемена до краев Шама. Кстати, хочу спросить, какие известия насчет Ибн Хазрамия, который находится в Бахрейне? Наместник посланника Аллаха очень озабочен этим. И мы тоже беспокоимся. Прошло много времени, мы о нем ничего не слышали. Осторожно! Готовьтесь! Защищайтесь! Отступайте! Нагар, о обладатель чистосердечия и искренности, ты будешь на переднем фланге, подобно тому, кто первым несет на себе бремя тяжести. Будешь командующим моей армией, доносящей мое слово. Однако я хочу устрашающую битву, не похожую на поход того предсказателя. Как прикажете, о пророк Аллаха? Десять наших самых лучших всадников убиты. Поздравляю их с этим. Они обрели смерть шахида, а мы еще в ожидании. Позор и стыд. Что я скажу наместнику посланника Аллаха? И вправду, что ты скажешь наместнику посланника Аллаха? Скажу все как есть. Враг объединился.
Они намного превышают нас силой и числом, а также укреплением вокруг нас. Они вырыли окопы, и нет для нас дороги. Нет никакого варианта пересечь это место и застать их врасплох. И что мне делать? Скажи, осталось ли какое-нибудь средство, которое мы не испробовали? Что за звуки я там слышу? Это звуки радости и восторга. Поистине они радуются, отмечая наше поражение. Не отправить ли нам разведчиков, чтобы разузнать их тайны? Хорошо, иди. Но, однако, надлежит быть осторожным, чтобы вас не заметили. Что там такое? Рассказывайте. Вести такие, о господин. Рвы находятся без охраны. Все заняты весельем. Аллаху Акбар. Настал их черед. Да, удобный случай. Нет охранников, а люди заняты пиршеством после победы. Тогда нападем прямо сейчас. Поднимите воинов. Следуйте за мной, скорее.
Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Нуман ибн Мукрин, какие известия из Бахрейна? Воистину, Аллах даровал нам победу над Ибн Хазрамиями. Вероотступники понесли большие потери. Хвала Аллаху. Долго же длилась борьба за Бахрейн. А теперь вернись к своей работе и достань мне сведения о племени Бану Сулейм. Покоритесь и останетесь живы. Покоритесь и останетесь живы. Зирар, не обвиняй своего врага даже незначительно. Может, ты еще им дашь отсрочку и пожалеешь их? Почему бы нет? Они из крепких воинов, которые сражались со мной при покорении Мекки и в Газавате Хунайн. Но однако они оставили тебя без помощи, там ты чуть не оказался на грани смерти, но все равно они после этого героически сражались. Поэтому не ущемляй права этих людей. И что тогда? Теперь здесь будет командовать Абу Шаджара? Ты не милостив, Зирар. Не торопись с выводами. Но не Абу Шаджара. Я знаю, что он не способен убить даже комара. Но все-таки это начало. Не нападай на врага, пока не разузнаешь все его тайны. Не подсчитав их число, их организованность, кто с нами и кто против нас. Видишь? Такие бывают предводители, Озирар. Я боюсь, что я намного отстану. Не бойся. Мы подождем, пока вернется Нуман. Он принесет нам необходимые новости о них. В каждом деле свои правила. Давай же. О, племя Сулейм! О, племя Сулейм! Идите сюда. К вам пришел Халид. Он хочет овладеть вашими женщинами и разграбить ваше имущество. Вы покоритесь ему или будете сражаться? Будем сражаться! Будем сражаться! В таком случае нам необходимо сражаться вместе за наши взгляды и за наше имущество. До последнего копья! До последнего копья! Теперь смотрите. Соберитесь и готовьтесь, и мы нападем на них. Абу Шаджара призвал Бану Сулейм к битве. Это то, что я слышал и видел своими глазами, о господин. Он поклялся, что не вернется в ислам никогда и будет сражаться с мусульманами до последнего вздоха. Готовьтесь к битве.
Скорей! Вы идите в обход! Скорей! Скорей! А вы пятеро идите за мной! Разве не ты прячешься за спинами людей? И разве притеснение и насилие не твой удел? Спроси у людей о нас. В тот злополучный день, когда мы встретимся друг с другом, разве мы не сдерживаем уздечку стремящихся лошадей и не поражаем в бою, когда приблизилась смерть? Я сломаю свое копье в теле Халида. Я надеюсь после этого прожить долгую жизнь. Вперед! В атаку! Вперед! Сражайтесь, о Бану Сулейм! Убивайте их! Сокрушайте их! Нет! Нет, прошу тебя, о Зерар, не убивай меня! Я хочу быть с тобой! Ну что, жалкий трус, где же твоя конница? Где же твои храбрецы? Прошу тебя! Давай же, подними голову! Это и есть Абу-Шаджара. Почему ты отрекся от религии Всевышнего, о враг Аллаха? Жадность соблазнила меня и тщеславие, о Господин. Ты проливаешь кровь своего народа и сеешь раздор между арабами и мусульманами. Я был невежественным человеком, о Халид. Прости меня и мое невежество. Как вы думаете? Простим мы ему это? Нет, о Халид, он заслуживает только смерть. Отсечь ему голову, о Зерар. Нет, прошу тебя, о Халид. Я очень ошибался. Прошу у тебя пощады. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха. Оставьте его. Он говорил, что сломает свое копье в теле Халида. Я грешник, о Халид. Прости меня, помилуй меня, о Халид. Пощади и прости меня. Прошу у тебя поддержки, о Халид. Клянусь Аллахом, нет прощения для тебя. Но однако, я отправлю тебя как доказательство, закованного в цепи, к наместнику посланника Аллаха. Заберите его. Давай. Прошу тебя, о Зерар, прошу тебя. О мусульмане, войско Арфаджа движется завтра на Мугра. Каждый воин должен собраться завтра утром на дороге, ведущей в Мекку. Кто хочет записаться в добровольцы, подходите к мечети. Кто хочет записаться в добровольцы, подходите к мечети.
Сейчас проблема у жен Халида. А что с ними? Каждая из них хочет видеть его. И что я скажу ему? Не говори ему ничего. Как же? Ведь та находится в положении и боится, что не увидит его больше. Ничего, она скоро родит и увидит его еще много раз. «О горе тебе, Абу Шаджара! Тебе и твоим сотоварищам! О горе тебе, Абу Шаджара! Тебе и твоим сотоварищам!» О горе тебе, Абу Шаджара, тебе и твоим сотоварищам! Вот он и есть Абу Шаджара, который сражался против нас и проливал кровь своего племени и нашу. Пропади ты пропадом! Как можно осмелиться на такой поступок? Невежество, о господа, тщеславие, о сподвижники посланника Аллаха. Простите мне мои грешные поступки, примите мое покаяние. О благородные, о почтенные, ты просишь прощения? В то время, как ты заявлял, что сломаешь копье в теле Халида. Я надеюсь, что ты сейчас же умрешь. Простите меня и мою оплошность, о господа. Умоляю вас и надеюсь на вас. Даже не надейся и не проси поддержки. Предстанешь перед наместником посланника Аллаха. Приговор для тебя вынесет он. Давай, вставай, заберите его. Хотелось бы спросить Хузайфа ибн Мухасина за все то время, которое он правил в Аммане. Не лучше ли ему было следовать в Мугра? Хузайфа будет правителем в Аммане. Однако мы придаем югу больше значения, чем следовало бы, тогда как ценность севера Ирака и Шама намного больше. В этом вопросе нет разногласия у Абу Суфьян. Однако вначале мы должны объединить Аравийский полуостров, прекратим вероотступничество и вернем его под одно знамя ислама. Это является первостепенной задачей, о Сахр. Хорошо, тогда поддержим силы Халида, чтобы сконцентрировать их против лживого Мусалимата. Он является самым опасным и трудным врагом. Теперь мы можем сказать, что задача выполнена. Аман вернулся в ислам. Хвала Аллаху за его милости и дары. Однако нам противостоит местность Мугра. Муград? Предполагается, что туда пойдет Арфаджа. Однако Арфаджа опаздывает. Он еще не дошел. Как ты считаешь, не лучше ли, если я пойду со своими силами в Мугра? Указания наместника посланника Аллаха ясны. Ты присоединяйся со своими силами к нему. Почему бы нам не воспользоваться свободным временем? Почему мы даем железу остыть, когда это удобный случай вернуть местность Муграт в ислам? В таком случае иди, но с условием, что ты вырвешь с корнями вероотступничество из племени Узд. Я искореню вероотступничество из племени Узд. Иди с благословением Аллаха. Ты следуй указаниям наместника посланника Аллаха, о Арфаджа.
и возвращайся из Аммана с победой, с дозволения Аллаха. Слушаюсь и повинуюсь наместнику посланника Аллаха. Иди с благословением Всевышнего». Вперед, войско Аллаха! Знаешь, Акримат, я хотел, чтобы не убивали их старейшину и тем самым вылечить свою злобу. А что он тебе сделал? Я целый час убеждал его, и все бесполезно. Его голова крепче камня. Это голова, которая крепче камня, получила свое. А ты знал его? Да, я из племени Азди. Я знаю всех из этого племени. Кто же остался еще из этого племени? Трое покаялись и вернулись в ислам. Хвала Аллаху! Этот урок принес пользу. Отпала необходимость в битве. Хвала Аллаху! С рассветом я последую в Мугра. До прихода села Арфаджа? До прихода. А ты, Хаммаз, иди в сторону Мугра и принеси оттуда вести. Слушаюсь, о предводитель. Как я желаю покончить с вероотступничеством этим мечом. Мир тебе, о предводитель, и твоим спутникам. И тебе мир. Обрадуй. Распространилось вероотступничество в Джайруте. Они разделились на два лагеря. Один больше другого. Ты уверен в этом? Это то, что я видел. В таком случае мы будем действовать и углубим их разногласия. Нападем и углубим. Мы усилим раздоры между ними, прежде чем напасть. Мне вернуться к большей группе и действовать среди них? Нет. Вернись к маленькой группе. Они будут более послушны. Иди. Возьми, что требуется, и вернись к ним. А где мы встретимся?
Находись среди них, когда мы прибудем. Слушаюсь, о предводитель. Вперед! Вперед с благословением Аллаха! Вперед! Что с тобой, у отец Сулеймана? Я вижу тебя озабоченным всю ночь. Как же нет? Как же не быть озабоченным, когда мы находимся без движения, ожидая племен, пока они придут к нам? Это разве для нас не лучше, чем идти и сражаться с племенами? Однако это бездействие убивает меня и ослабляет мое тело. Но мы же ведем переговоры с племенем Гадафан. Нет никакой пользы от этих переговоров, тогда как Сальма противостоит нам. Не беспокойся, о отец Сулеймана. Если ты желаешь, мы завтра же утром двинемся в поход. Да, это то, чего я желаю. Иди и готовь снаряжение. Воистину, ты прибыл раньше нас. Мы сражались с вероотступниками и нанесли им поражение. Это воистину помощь Аллаха и его завоевание. Аллах велик. Аллах велик. А почему ты не подождал нас? Я хотел освободить вас от сражения. Ты хорошо поступил. Нам противостоит еще много отступивших от веры. Разве нас страшит войско Халида? Нет. Это война у Сулейма. А разве мы не созданы для войны? Однако это же Халид. Он как лавина, смывающая все на своем пути. Теперь он наткнется на непреодолимую преграду, которая заставит его повернуть вспять. Они получат наказание за убийство моей матери. Разве это их единственный грех, о Сульма? У них множество грехов, о Маан. Разве ты не видел, когда они взяли меня в плен вместе с прочими пленными, и там унизили и оскорбили? Нет, Сальма, нет. Ты же сама говорила, что Айша увидела тебя опечаленной и освободила из плена, и тогда ты вернулась к своему племени. Воистину, ты один из шпионов Халида. Уберите его отсюда подальше, и пусть он будет обедом для хищных зверей. Давайте.